В этом случае нагрузочная характеристика для переменного и постоянного тока также различны и имеют качественно следующий вид. Ну вот если исходную рабочую точку где-то в центре этих характеристик выбрать, то для постоянного тока сопротивление в цепи коллектора является нулевым, и нагрузочная характеристика для постоянного тока является вертикальной линией. Иными словами, напряжение на коллекторе соответствует напряжению источника питания. А для переменного тока нагрузочная характеристика целиком определяется сопротивлением нагрузки и имеет вполне определенный наклон, обеспечивая движение рабочей точки вверх и вниз по ней и, соответственно, размах напряжения коллектор-эмиттер. Для такой схемы эквивалентная схема на переменном токе. Мы подробно это все разрисовываем, чтобы было предельно понятно. Для переменного тока нагрузка включена непосредственно в цепь коллектора, в базовой цепи источник сигнала. Проще некуда. Для постоянного тока ситуация вот такая же, как здесь было нарисовано, кроме того, что в цепи коллектора отсутствуют какие-либо элементы, источник базового тока обеспечивает протекание начального тока коллектора и коллектор нулевого. Вот такие две простейшие эквивалентные схемы. Ну и вот по такой логике можно следовать и дальше. Можно попробовать согласовать из условий идеального согласования сопротивление нагрузки и источник сигнала, которым является коллекторная цепь. И тогда нагрузочная часть схемы может быть построена с использованием трансформатора. Например, таким образом. Питание подается через первичную обмотку трансформатора на коллектор транзистора. Нагрузка включена во вторичную цепь. При этом, учитывая коэффициент трансформации, со стороны первичной обмотки трансформатора сопротивление нагрузки отличается от сопротивления нагрузки во вторичной цепи через коэффициент трансформации квадрат. При этом на переменном токе эквивалентная схема имеет следующий вид. У нас источник питания отсутствует, а в качестве нагрузки фигурирует R-нагрузки штрих, который пересчитывается в первичную цепь трансформатора. На постоянном токе, ну, в общем-то, эквивалентная схема ничем не отличается от этого. То есть первичная обмотка трансформатора является бесконечно малым сопротивлением, и нагрузка никак на эту цепь не влияет. Значит, для постоянного тока с трансформатором эквивалентная схема, простите, вот такая.
Вот, отсюда следует важный для практики вывод. Нагрузочная характеристика или нагрузочная линия имеет, может иметь различные начертания для переменного и постоянного токов. Причем, если нагрузка является не резистивной, а комплексной, то эта линия может иметь вид не прямой, а некой сложной кривой, причудливо расположенной на плоскости выходных вольтамперных характеристик. Например, если рассмотреть нагрузку в виде резистора с параллельно включенным конденсатором, ну, например, таким образом, R нагрузки, C нагрузки. И, ну, рассматривать источник базового тока прямоугольной формы, когда ток базы изменяется по вот такому закону. Тогда на плоскости выходных вольтамперных характеристик можно наблюдать следующее движение рабочей точки. Опять изображаем. Вот эти характеристики надо рисовать с художественной точностью. Итак, у нас по постоянному току имеется вот нагрузочная линия, соответствующая сопротивлению R нагрузки. Ну и допустим, что имеется некий начальный ток базы, вот этот вот, и базы нулевой, достаточно малый. Допустим, вот здесь вот. И база нулевая. Посмотрим, что будет происходить при воздействии базового тока. При увеличении, скачкообразном увеличении базового тока, точно так же должен увеличиться ток коллектора. Однако емкость, шунтирующая нагрузку, будет препятствовать изменениям напряжения на нагрузке. Поэтому ток коллектора изменится, а напряжение на нагрузке останется в начальный момент тем же самым у коллектор-эмиттер. И рабочая точка переместится из точки А, соответственно, в точку Б, соответствующую большему значению тока. Если этот процесс происходит мгновенно, то перемещение из точки А в точку Б тоже произойдет мгновенно. Дальше произойдет движение по вольтамперной характеристике, соответствующей максимальному значению базового тока, в точку с меньшим напряжением. Вот до этой величины. Точка В. По окончании действия импульса ток базы уменьшится скачком, но напряжение на нагрузке опять не может измениться скачком. Поэтому оно сохраняет свое значение, а ток коллектора уменьшается скачкообразно. И мы таким образом перейдем в точку, соответствующую малому току. Постепенно конденсатор, разряжаясь, обеспечит переход рабочей точки обратно в точку А. Таким образом, мы видим, что траектория движения рабочей точки сильно отличается от той траектории, которая была бы на постоянном токе. И как будет видно в дальнейшем, например, точка Б является достаточно опасной с точки зрения допустимого режима работы транзистора. Вот. Ну а для практики отсюда следует важный вывод, что при каких-то сложных нагрузках, состоящих из реактивной и активной части,
Нагрузочная линия может представлять собой довольно замысловатую траекторию, выводя режимы за пределы допустимого. Ну вот, наверное, по этому вопросу у нас, в общем-то, все. Таким образом, мы здесь ввели понятие точки нулевого потенциала, научились пользоваться символьными обозначениями цепей, ввели понятие по постоянному и переменному току, ну а самое главное, геометрически посмотрели, каким образом сигналы передаются из входной базовой цепи в выходную коллекторную.